среде на Урале ожидаются дожди в течение дня, но, забегая вперед, успокою вас, уже в четверг погода наладится. Но я напоминаю, что мелочи, нужные в быту, вы можете приобрести в сети магазинов «Все сам плюс». Итак, в Магнитогорске в среду 21 августа утром до 23 тепла, но возможен кратковременный дождь. Днем плюс 25, к позднему вечеру до 18 градусов. Белорецкий плюс 15 ночью, а средние дневные температуры здесь будут колебаться от 22 до 23 градусов в течение дня. И здесь возможен кратковременный дождь. Ну а сейчас погода от народа. Ну а сейчас вернемся к погоде на Урале, в Сибае. Плюс 19 градусов ночью и днем 23 градуса тепла, но здесь дожди не ожидаются. В Челябинске днем до 21 градуса тепла и временами дождь. На этом у меня все. И несмотря на завершение лета, я желаю вам отличного, все еще летнего настроения. До завтра!